проблема молодежи. Вы знаете, это самая болезненная тема. То, что будет с нашей молодежью сегодня, то будет с нашей страной завтра. Оставлять вот эту вот сферу воспитания, воспитания всестороннего, оставлять ее в расчете на то, что займется ею кто-то другой, кто придет со стороны. Так же, как в армии сейчас, самой армии не готовят, а присылают еду из каких-то организаций, которые занимаются этим, так сказать, вовне. Рассчитывать на то, что появятся какие-то образцы для подражания, если мы их сами не создадим, рассчитывать на это нельзя. Утерянное сегодня, завтра уже не восстановится. То есть все общество, всеми силами объединенными, культура, воспитание, образование, грамотность во всех смыслах – это то, что мы обязаны давать молодежи. Мы ее запустили. И обижаться сейчас на них, предъявлять к ним повышенные претензии, надо прежде всего посмотреть в зеркало и сказать, а кто в этом виноват. Виноваты мы. Мы ее запустили с начала 90-х годов. Мы ее забросили, занимаясь приусадебными участками и частными автомобилями. Ценность человека в его неприходящести, понимаете, а не в том, какие ярлыки на тебя будут наклеены, на каком курорте ты будешь отдыхать. Понимаете, дети должны читать книги, дети должны воспитываться великой литературой и великим искусством. И, слава Богу, российской культуре всегда этого хватало. Без необходимости обращаться к западным каким-то перебежчикам, которые с плохим вкусом. Я беру сейчас, допустим, постановки в театрах. Отвратительные вещи вы можете увидеть в театрах. Возьмем Тангейзера, постановку Тангейзера. Пожалуйста, вот один из последних примеров. Почему приезжают не специалисты, не знатоки, люди, отработанные на Западе, и почему они со своим вторсырьем врываются в нашу страну? Вот, обо всем об этом надо думать. Надо думать о том, что творится в телевидении. Надо смотреть о том, что и как издается. Надо смотреть, какие предметы преподаются в университетах и каким образом. И почему такое состоялось. Всегда надо искать первопричину. Она есть. Это первопричина мы сами. Мы запустили наших детей.